Прокуратура против наркотиков. Сотрудники надзорного ведомства инициировали проведение антинаркотического месячника. В этот раз специалисты проведут цикл разъяснительных бесед в школах региона. Расскажут о пользе здорового образа жизни и возможном наказании за нарушение закона о запрете оборота одурманивающих веществ. Прокуратура напоминает, принять участие в месячнике или сообщить о преступлении можно по телефону доверия прокуратуры 32 36 10. Вся поступившая информация будет направлена правоохранителям для проверки. Анонимность гарантируется. За преступление в сфере распространения наркотических средств, потребления наркотических средств, наказание может достигать до 20 лет лишения свободы. И мы можем сказать, что суды, как правило, дают реальные наказания.